Двусторонние отношения России и Украины обсудили по телефону Владимир Путин и Петр Порошенко. Как сообщила пресс-служба Кремля, разговор состоялся накануне вечером. Одной из тем стало урегулирование в Донбассе. Затрагивался и вопрос о судьбе российских граждан Александра Александрова и Евгения Ерофеева, задержанных в прошлом году под Луганском и накануне приговоренных киевским судом к 14 годам лишения свободы. Лидеры также говорили о Надежде Савченко, которая недавно была осуждена в нашей стране на 22 года колонии по делу об убийстве журналистов ИГТРК. Президенты условились, что к ней в ближайшее время обеспечат доступ генконсула Украины в Ростове-на-Дону.